этот день. Сегодня мы переезжаем в Москву. Смотрите, мы с Марком стоим уже на улице. Время 8 с чем-то часов утра. К нам уже приехала машина. Вот эта машина, которая будет... Мы там загружаем все наши вещи. У нас просто полная квартира в наших вещах. И я вот не знаю, сколько еще будет длиться вот эта вот загрузка. Но будет где-то часа два, потому что у нас вообще очень много с собой в Москву. Но, конечно, не думайте, то, что я больше еще к вам не приеду. Я еще обязательно к вам приеду, к моим одноклассникам, к моим друзьям. Ну и просто, потому что у меня здесь остается моя сестра, поэтому сюда к ней будем приезжать в гости. Так что обязательно меня еще ждите. Ну и также, мои друзья, вы также можете ко мне приезжать в Москву. Я буду рада, конечно же, с вами тоже погулять. Так что, если хотите приезжать, я буду очень-очень рада. Ну что, Мар, ты готов переезжать в Москву? Нет, я тоже не очень готова. Но вот прикиньте, уже сегодня вечером мы будем жить в Москве. Я просто даже не представляю, как это все будет. Немножко даже страшно, потому что уже со следующей недели мы уже будем учиться в другой школе. И как-то даже вот не могу это все представить. Не думаю, у меня все должно получиться. Ведь самое главное, у меня есть поддержка моих друзей, которые здесь у меня остаются. Потому что мы будем звонить друг другу каждый день моим одноклассникам. Также общаться по скайпу я буду с Аленой. Звонить всем моим одноклассникам. Потому что, вот прикиньте, если туда приеду в Москву, у меня там никого не будет. Ни друзей, я там буду как бы одна. Только я буду с мамой, с папой, с Ксенией, с Марком. А больше никого практически не буду знать. Поэтому будет очень тяжело, но я буду, конечно же, знакомиться со всеми. Это вся наша одежда. Вот это все просто завалено. Это еще меньше половины. Мне кажется, у нас просто будет здесь все завалено. Еще при том, что мы не взяли мебель. Мебель мы все оставили здесь, как бы для Юли. Ну просто, потому что зачем нам брать мебель, если у нас есть в Москве эта мебель. А вот если, прикиньте, мы бы еще взяли всю мебель, это я не знаю. Просто было бы, скорее всего, вот таких 5 машин. Ну что, Алена, мы уже скоро уезжаем. Ну то есть и вот смотрите, здесь уже мы все загрузили. Ну и все, Алена. Да. Алена, не надо как вчера реветь, как в школе. Ой, просто. Ну, вот теперь вот уже точно не верится. Мы сейчас с Аленой здесь поговорили. Че, Ксения, рада? Ксения, рада? Нет. Я тоже. Ну, я не знаю, как бы. Мы с тобой ссорились чуть-чуть. Чуть-чуть. Очень чуть. Не, вызывай там скорее. Ален, приезжай к нам обязательно. Алена, приезжай к нам. Поняла? И я к тебе приеду. Ну сюда, к Юле, сестре. Я помню его еще прям маленьким таким. Помнишь Сеня, Арсения? Раньше, когда Алена первый раз с Ксенией познакомилась, она думала, что ее имя Сеня. Да, она такая Сень. Так быстро говорили Ксения, Ксения, Ксения. Я думала, Сеня ее зовут. Я думаю, что за Сеня? Это же мальчик. А потом она поняла, что Сеня. Да. Спустя 2 года. Да. Ой. Я не хочу видеть Алену. Я тоже не хочу, чтобы... Ну что, приходится уже. Алена, все, пока. Все, Марк, садись в машину. Пока, Ален. Пока, Марк. Все, Алена. Не смешно. Ты куда обнется? Да, Ален. Да, Ванга. Юля, давай, мне надо... Все, Ален. Все, Ален, давай. Пока. Пока, Алён. Ребята, ну и что? Уже, как вы поняли, ночь наступила. И вот мы уже приехали в Москву, просто мы не спали. Точнее, вот сначала мы просто не спали, потом вот под конец 2 часа мы начали спать с Ксенией. И мы уже приехали, вот я стою сзади нас, это наш дом, в котором мы уже живем. Просто я такая приезжаю, выхожу из машины, и как бы, знаете, уже просто все другое, здесь уже намного больше машин. И вот, знаете, вот прям внутри говорится, ну все, началась новая жизнь, как бы, как будто, знаете, все начинается с нуля. Вообще просто вот мой дом. Да, вот так вот выглядит. И знаете, что самое классное? Мы живем на 15 этаже. У меня, конечно, в Нижнем жила на 8 этаже, а тут на 15, и просто это почти 2 раза выше. Я хочу уже поскорее прийти туда наверх и посмотреть просто, как это будет с высоты.
Я сейчас очень сонная, потому что вот мы, я вот проснулась, и мы вот только что приехали. Ну что, сейчас надо разгружать будет наш бордель, и вот уже идти в нашу квартиру. Доброе утро! Мы уже второй день в Москве, вчера мы, позавчера мы ночью приехали. Вот, и сегодня у нас понедельник, сегодня мы, по сути, мы должны были пойти в школу, но мы идем в школу не учиться, а вот просто сдать наши документы, просто посмотреть, как там в школе, и там нас пока что выберут в класс. Кстати, мы уже подошли в Ксенькину школу, кто еще не знает, мы с Ксенькой будем учиться в разных школах, это для нас будет что-то новенькое, Ксения будет поближе, а я буду подальше. Сама школа у Ксении розовая. Сначала мы заходим в Ксенькину школу. Здесь, конечно, немного по-другому. Там во вторую и в пятый. Заявку отклоняйте, они по-новому не сделают. Все. Надо идти на третий этаж, Ксения будет знакомиться с учительницей. Видите, вот здесь, походу, можно играть во время перемены. Вот я точно ничего пока что не знаю. Здесь есть лавочки. Там вот Ксенькин кабинет открытый. Знакомились с Ксенькиной учительницей. Кстати, идут сейчас уроки. И, кстати, когда идет звонок на перемену, то там поет какая-то песенка. У нас обычно в школе звонок, вот просто идет звонок обычный. А здесь идет песенка, она или современная. Ну, скорее всего, будет школьная. Там, например, учим в школе песенка или еще какая-нибудь. Но это очень клево, просто классно. Такое необычное. У нас такого, конечно, в школе нету. Мы познакомились с учительницей Ксениной. Класс мы увидели немного. У них сейчас физра будет Ксениного класса. Вот. Но так школа вроде бы классная. Сейчас мама заполнит какие-то анкеты, и мы пойдем уже в мою школу. И вот площадка, смотрите. Ну, знаете что? Мама сказала, что у меня в 3, вообще даже в 10 раз площадка лучше около моей школы. Ну, вот такая у нее площадочка. Здесь такие классненькие качельчики есть. Горочка. Ксения сразу же на площадку. Пока мама там еще что-то заполняет, мы на площадке. Я закатили. Так, ну что, мы зашли за ворота. Моя школа, смотрите, школа номер 45. Вот это стадион. Вау, там, знаете, там прям стадион, как на настоящем футбольном поле. Там вот прям такая же искусственная трава, как на футбольном поле. Прикольно. Футбол 2018, вот это сама моя школа. Она, конечно, трехэтажная, но поменьше, но вообще она в объеме побольше, чем у Ксении. Вот сюда, что ли? Походу сюда. Что, сидим у меня здесь, в моей школе. Вот такая у меня вот школа прикольненькая. Вот здесь мне уже дали учебники. Здесь, конечно, какие-то учебники похожи на мои старые, а какие-то уже новые. Ребята, смотрите, мы пришли в магазин за канцелярией, так как завтра мы уже идем в школу. Смотрите, мы пришли в какой-то, точнее, торговый центр. Просто смотрите, какая здесь классная, прикольная площадочка. Мы уже сходили за канцелярию, купили нам тетрадки. Сейчас, так как не было красивых дневничков, сейчас мы заходим в этот магазин за дневниками. Так, нужно найти дневник. Так, ну что, мы купили себе вот такие классненькие дневнички. Чай, покажи, какой ты купила дневник? Я купила вот такой. Да. А Кристина? Фламинго. Я тоже фламинго купила. Вот такой прикольненький. Все, сейчас мы идем домой. Вроде бы все купили для школы. Надо будет сегодня уже подготовиться к школе. И все. Завтра уже идем первый раз в новый класс. Да, Ксения? Ребята, сейчас я пришла домой уже, и мы купили все, что нам нужно было. Ну, там всякие тетрадки, так как учебники мне уже сегодня дали. Кстати, нам дали учебники, и они были немного, вот некоторые были похожи, которые мне давали в 154-й школе в Нижнем Новгороде. И есть некоторые там 5 или 6 учебников, которые вообще разные. Вот по русскому языку я знаю, по алгебре и по геометрии, по биологии, и еще почему-то у нас разные просто учебники. Ну, сейчас вот я буду монтировать этот влог, потому что я решила для вас снимать пока что весь
каждый день влоги, потому что все-таки мне кажется, вам интересно будет, как я буду ходить в новую школу, как просто мне будет начинаться новая жизнь, поэтому я не знаю, может, это будет и больше недели влогов, но пока что не знаю, пока что мне не надоест, могу хоть и весь год снимать для вас влоги, но пока что я не знаю, когда мне закончатся эти влоги, поэтому сейчас я буду уже монтировать его для вас, начинать этот влог. Так, ну что, я сейчас уже помонтировала, еще сходила в душ, ребята, ну и что, я уже готова к завтрашнему дню, уже мне самой хочется, чтобы он поскорее настал, потому что уже хочется самой даже уже идти в новый класс, в новую школу, просто посмотреть, как там вот учатся, ну и что, ребята, сейчас я уже буду ложиться спать, потому что завтра придется рано вставать, но знаете, в чем плюс, то, что завтра я иду в школу не как обычно к 8 часам утра, а к 8:30, как бы я могу еще на полчаса поспать подольше. Ну и уже с завтрашнего дня я буду начинать уже ходить в школу в обычную, также делать домашние задания, еще потом при этом ходить в музыкальную школу. И все это я для вас буду снимать, поэтому завтра мы с вами увидимся, а так всем пока-пока.